В начале текущего года социальный фонд перечислил Республике Дагестан порядка 2,1 миллиарда рублей на оплату образования детей из 79 семей. На сегодняшний день одним из распространенных направлений использования средств данной господдержки является обучение. Оно составляет около 17% от общего числа. Отметим, что использовать материнский капитал на данную услугу возможно сразу после рождения ребенка, но по программе основного и дополнительного образования только после достижения трехлетнего возраста. Кроме того, распорядиться средствами можно также на присмотр и уход за ребенком, оплату ЖКХ в общежитии в период обучения. Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте социального фонда, а также лично в клиентской службе СФР или МФЦ. После одобрения социальный фонд перечисляет средства в течение 5 рабочих дней. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».